Доброе утро, дорогие мои. Я вчера была у англичанки в гостях, и она делала такую красоту, и я не удержалась и тоже решила с вами вместе это сделать. Я, в принципе, не готовлю, но это я осилю. Тем более, мне показали, как это делается. Банку я стерилизовала над чайником, она была очень горячая, пар там был. Далее, что она делала? Она на дно бросала немножко мелких ягод. Затем она бросала немножко покрупнее. Потом она добавляла еще крупнее, и под самую крышку она добавляла персик. Вот так вот она делала. Угу. Понятненько. Это ее вариант. Но так как у нас базар сегодня, я предлагаю еще больше экспериментов добавить. Обязательно черешенку. Черешенку обязательно. Черешню и абрикосы. Я хочу еще клубники добавить. Угу. Для красоты. В этот набор давайте добавим персик. Угу. Этот вариант. Знаете, что я еще хотела вас спросить? Я на радостях еще купила инжир. И я не знаю, можно его сюда в компот или нет. Вы делали когда-нибудь инжирные компоты? Такие или такие? Скажите, было дело или нет? Стоит или не стоит? Ладно, сейчас я пропущу этот момент, но сделаю другой микс. Черешня, клубника. И у меня есть вот такие игрушки. Игрушки. Она не супер вкусная. Давайте вот эту оторвем ей, а то вдруг что-нибудь забродит. Все, оторвала. Сюда ее. Кстати, еще скажите про виноград. Виноград же мы не консервируем, он же бродит. Поэтому из него либо изюм, либо вино. Я так понимаю, да? То есть виноград я сейчас не добавляю. Абрикосы. Вот 4 абрикоса. И сюда добавим одну сливу. Вот такой микс будет. Что сюда еще можно добавить? Давайте для разнообразия здесь сверху тоже добавим черешенок. Вот так. Сырье нам уже не нужно. Отодвигаем. Итак, смотрите, что получилось. По-моему, эстетически очень красиво. Я предлагаю немножко, прямо парочкой ягодок, вот здесь вот добавить. Вот так. Они. И вот здесь. Угу. Чтоб интереснее было. Я когда увидела у нее такие наборчики, я ж еле дотерпела до начала базара. Все, вот они готовые. Заливаю кипятком. Сначала по чуть-чуть, чтобы банки не лопнули. Все. Так, залила. Теперь жду, чтобы все пузырьки всплыли. Она заполняла банки, начиная с мелких ягод и заканчивая крупной. Я спросила, почему? За почему она так делает? Потому что я видела, что делает наоборот. Она говорит, а когда сверху крупная, то они при смене воды не вываливаются, и все хорошо. Логика. Теперь надо это все закипятить второй раз. На эту литровую баночку один вот такой стаканчик, маленький турецкий стаканчик. Раз, два, три. Иду закипячивать. Итак, слышите, сироп готов. Беру банку, подготавливаю крышки. Крышки должны быть горячие. Да, она так и сказала. И все, и заливаю. Ну давайте, чтобы не лопнуло тоже, так потихонечку начнем. Чем мы уже такую работу проделали с вами. Заливаю. Это все с сахаром уже, все растворилось, все хорошо. Залила. Закрыла. Залила. Закрыла. И залила. Закрыла. Окей, мы с вами молодцы. И последний этап. Господи, как все это просто. Надо затянуть крышку. Все горячее. Просто капец. Раз. Два. Три. Проверка на адекватность. Никаких пузырьков нет. Теперь переворачиваю. И потом она сказала, надо чем-нибудь тепленьким замотать это. Ну, заматываю тем, что есть. Это вот у меня самое тепленькое. Угу. Вот так.
первая баночка, все. Вторая будет замотана вот этим. Все. Тебе тепло же, да? А третья будет вот так. Все. Все, ждем, когда созреет. Через сутки перевернуть. И когда все подружится, можно съесть. Кто в курсе, напишите про инжир, можно его в компот или нет. Сейчас сезон начинается. И про виноград тоже напишите, что из него можно сделать. Такого интересного, не очень сложного. Я буду очень рада всем рецептам. Все равно сидим дома. Итак, 12 часов прошло. Давайте распаковывать, смотреть, что там получилось. Да. Ой. Нравится? Да. Так, Маша уже оценила. Так, персик хороший, слива вся лопнула. Ну, кстати, сливу я в компоте как-то пробовала. Мне нравится. Все, это красота, красота, да. Следующее. Это посветлее, здесь нет сливы. Тоже нормально, клубника целиковая. Посмотрим, как она потом будет. Персик целый, абрикос целый. Этот покрасивее, да. Повнушительнее получился. Да. Груша не окрасилась пока, просто в красном. Да, здесь не было персика, здесь слива. Слива ежиком встала. Мне мякоть компотная сливовая очень нравится. Поприлипала немножко волосюшек. Маша, какая тебе больше нравится? Это зубы. Ты все съешь, да? Все три? Да. Все, договорились, моя лапочка. Все, девочки, ой, классно, да. У моей подружки столько вот таких стоит. Очень красиво, очень эстетично. Там все в английском стиле. И это очень вписывается в ее кухню. И у меня теперь красота будет. А что мы еще не проверили? Вот сейчас хорошо видно, что крышечки присосались. Ой! Слышите? Ой! Они нормальные, Маш, не бойся. Все, девочки, спасибо за ваше внимание. Спасибо, что посидели со мной. Подписывайтесь на канал. Всех люблю, всех обняла. Пойдемте что-нибудь сошьем теперь. Очень важное. Все, дорогие мои, до новых встреч. Давай я папа иду. Говори. Баба, я. Вот так вот. Бай. Девочки, смотрите, каких я дружочков здесь увидела. Их много. Подсолнухи. Все по традиции, так же, как и у нас. Муравьишки почему-то суетятся по подсолнухам. Листья огромные. Так, дачники, всем вам привет. Всем вам удачи, дачники. Скорее всего, это с белыми семечками. Кстати, чтобы потом у людей не было во дворах много падалицы инжирной, их заранее срезают и выбрасывают. Вон они, видите? Ягодки тоже все выбросили.